Ну а в минувшую субботу стали известны имена победителей проекта «Весна на НВК». И уже сегодня счастливчики забрали свои подарки. Среди призов – сруб дома, баня под ключ, ружье и многое другое. Кто стал их обладателем, расскажет Евгений Тайтонов. Грандиозный проект «Весна на НВК» начался 1 апреля 7 часов утра. А уже к полудню на площади Дружбы народов в Якутске последовал полуторачасовой опен-эйр с участием артистов якутской эстрады. Здесь же на 17 пунктах прошла раздача бесплатных купон-браслетов. Желающих поучаствовать и испытать фортуну набралось в 3 раза больше человек, чем ожидалось. Победителей определили в тот же день путем розыгрыша в 5-часовом прямом эфире на телеканалах НВК «Саха» и «Саха-24». Разыгрывалось 33 приза. Один из главных призов – баня под ключ досталась Юлии Пименовой, которая работает оператором на одной из заправок Якутска. Мы пока планируем, вообще мы в принципе летом собирались строить новую баню, так как у нас уже старенькая, тут даже и строить не нужно будет. А обладательницей главного приза сруба дома из алданской лиственницы стала жительница города Якутска Тамара Лыхина. Тамара Пантелеймоновна живет в 17-м квартале столицы. В квартиру в этом деревянном двухэтажном доме заселилась еще 50 лет назад. Квартира в аварийном состоянии. Так что можно сказать, сруб дома достался тому, кто в этом нуждался. Условий таковых нету. Ведерно-водосная система. Вот уже вместе с домом состарились уже, наверное, 70 лет в прошлом году было. Никаких пока сдвигов нету. На аварийное стоим с 2012 года. Ну, не знаю, обещает, не обещает, но под снос еще никуда еще пока. Цель первого телерадиомарафона «Весна на НВК» достигнута. Огромное количество населения республики получило море позитива и яркие эмоции. Дан старт пробуждению, начало прекрасной поры и новым проектам главного канала Якутии. Евгений Тайтонов, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.